Итак, сегодня 25 января, утро, около 9 утра, еще на улице сумерки. Кто же прилетит первый к кормушке? Кто самый голодный у нас? Пока ждем. Ну что, первыми... Ого, первыми прилетели чечетки. Три штучки. Видать, просыпаются раньше всех. И все, по-моему, они будут кормушки до вечера. Куда в них только влазит. Лопают и лопают. Кстати, надо... Сейчас пойду хлебушка сухариков накрошу. Так, следующим прилетел снегирь. Но вряд ли он попадет. Вряд ли его чечетки пустят в кормушку. Придет, ну-ка, видишь, пугает. Все-таки... Пугает, но опасается. Эти подруги или друзья пока не наедятся. Они боятся только дубоноса. Так, территорию разделили. Ладно, лопайте. Будем. Потихоньку выжимает. Выжимает этих чечеточек. Ждем следующих пассажиров, клиентов нашей столовки. Наш снегирь. Потихоньку вытеснил чечеточек. Сейчас главный здесь. Но чечетки атакуют. Окружают его. Время еще 8:45. Так, синички еще не появлялись, хотя они ранние птахи, постоянно тусуются около этой кормушки, но еще пока не вижу их. Вот эти самые ранние, оказывается, снегири и чечеточки. Все понятно. Следующим прилетел, поздоровался мой корефан дубонос. Всех разогнал, постучался. Теперь можно и покушать. Что-то он быстро наелся. Что-то он быстро сегодня.
Так, теперь прилетели синички. Как стихотворение? Потом прилетели синички. И что-то спрашивали про спички. На Чечетке их шугают. Вот эта Чечетка невозмутимая. А потом прилетел воробей. Вот оно. Кормушки опасается. Там я хлебушка тоже покрошил. Нафиг ему хлебушек, он семечки кушает. Вот только сейчас прилетели щеглы за Сони. Самые последние. Ну ладно, лопайте.